Привет, меня зовут Арина, я живу в Израиле. Это будет видео про то, как я пыталась продавать свои хендмейда работы в Израиле на нескольких ярмарках. Опыт этот был, сразу рассказываю, неудачный, но это был опыт. Я считаю, что любой опыт полезен, особенно если из него делаются выводы, поэтому ни о чем не жалею. Если бы мне пришлось пройти этот путь опять, я бы поступила точно так же. Давайте вместе посмотрим, как это было. В этот шаббат, может быть, получится пойти на выставку, поэтому хочу снять вам работы, которые будут там продавать. Такие я делала для пятничного Шука Шиши, но неизвестно, когда он будет, поэтому буду продавать, как получится. Очень красиво, прям, мне кажется, мне жалко, конечно, их продавать, но, с другой стороны, зачем они мне в таком количестве? Я их и делала на продажу. Может быть, еще вот сумочки продам. Так, что же мы тут делаем? Мы готовимся к выставке. Буду выставлять свои работы. Так вот их вывесила. В принципе, красиво вышло. У нас прибавилось участников. Завсегдаты всех выставок Татьяна. Ольга духи продает. Тут мы будем играть на гитаре. А здесь Роберт уже учит делать оригами. Так, здесь у нас популярный столик с бисероплетением. Девочки показывают. Здравствуйте. Тут у нас Галина с вялеными игрушками. Почти мы все из Йокнама и мои работы. Этот город наш с тобою, стали мы его судьбою. И глядись его лицо, чтобы ни было в начале, утоли все печали, вот и стало обручальным нам садовое кольцо. Ничего не покупают, но атмосфера приятная. Вот у нас вторая выставка. Готовимся. В этот раз будет около Матнаса. Мы одни из первых. Вот так вот выглядит наш стенд. Такая у меня как. Слушай, мне так нравится, как я сделала вообще. Даже если никто ничего не купит, а выглядит это очень даже. Сфоткай меня. Ну, или сделай мне видео, как я стою, как будто бы продаю. Ой, у меня видео уже идет. Роберт, почем сумка? А? Сумка сколько стоит? Сколько стоит сумочка? Там у них на всех ценники есть. Смотри, видишь, я подписала. Если тебя будут спрашивать, можно говорить, вот это, например, хамешесре, валяни, пошивыши. А сумка стоит 15. Какая 15? Нет, сумка не продается. Тут продаются только вот эти вот подставочки. А, я подумала, вот это. Да,
конечно, если захотят купить, я ее продам. Но я еще не знаю, за сколько. За 100. Вот это за 100? Все за 100. Оля Агадоль. Оля Рахма. Агадоль. Да. Ну что хочу сказать, народу на выставке нету, никто, естественно, ничего не покупает, не только у меня, ни у кого. Поэтому это второй провал. Что есть, честно, с вами делюсь. Одно дело сделать, и другое дело это смочь продать. Несмотря на то, что это красота невозможная, я поставила минимальные цены. Ну, чё, тоже опыт.